Всем привет, меня зовут Максим, я приехал из России. Сейчас я являюсь студентом университета Ниндзя. Ниндзя – это очень красивое место. Здесь огромное количество красивых пейзажей, гор, рек и даже есть пустыня. Я посетил несколько из них и могу посоветовать вам посетить пустыню, парки или гору Хелан. В пустыне есть огромное количество развлечений, в которых вы можете поучаствовать. Например, катание на верблюдах или катание на сноуборде. Это все оставит вам незабываемые воспоминания, и я очень советую вам попробовать. Я с нетерпением жду вас в Ниндзя для участия в шестой выставке китайско-арабских государств.